Штутгарт – столица земли Баден-Вюртемберг и один из важнейших культурных центров Германии. После строительства в городе автозаводов будущего концерна Mercedes-Benz город стал известен как колыбель автомобилестроения. В самом центре Штутгарда в соседних зданиях расположены три филиала музея Вюртемберг – Старый замок, Фрухкастен и Новый замок. Старый замок – богатейшая археологическая экспозиция, в которой можно найти предметы роскоши, начиная со средневековья, а также предметы декоративно-прикладного искусства, иконопись и скульптуру. Фрухкастен известен как музей собрания музыкальных инструментов и аудиотехники. Ну а Новый замок представляет собой римский лапидариум. В 2006 году в Штутгарте построен музей Mercedes-Benz, а в 2009 году музей Porsche. В этом же городе расположен один из самых значительных этнографических музеев в Европе. Это музей имени Линдена. Музей имени Линдена в Штутгарте представляет собой государственный музей этнографии. Музей делится на 7 основных частей – Африка, Мусульманский Восток, Восточная и Южная Азия, Латинская и Северная Америка, а также Океания. Наряду с постоянными выставками, посвященными внеевропейским этносам, музей постоянно организовывает специальные выставки. История. Ведущие областные представители экономики основали в 1882 году Вюртембергское общество торговой географии и развития немецких интересов за границей с целью содействия и развития географии, экономики и культуры. Музей же назван в честь председателя упомянутого общества торговой географии, графа Карла Генриха фон Линдена. Через 7 лет после основания граф фон Линден преобразовал городской музей географии и торговли в музей этнографии, выполнявшего впоследствии научную функцию. Строительство здания музея в стиле неоклассицизма на площади имени Гегеля в центре Штутгарта было выполнено по чертежам штутгартских архитекторов Георга Эзера, Георга Биля и Альфреда Вольца. Открытие музея состоялось 28 мая 1911 года, в то время, когда музей уже располагал 63 тысячи объектов. В 1973 году земля Баден-Вюртемберг, а с ней город Штутгарт, взяли на себя финансирование музея имени Линдена как государственного музея этнографии. Сегодня в музее имени Линдена любой посетитель найдет платформу для межкультурных встреч, так как кроме выставок музей предлагает многогранную программу мероприятий – семинары, доклады, концерты, представления от танцев до церемоний, тематические фестивали, просмотры фильмов и детские мероприятия. We'll be right back.
музее много разделов. Африка. Здесь можно ознакомиться с культурами Африки, начиная с христианских традиций Эфиопии, сакральных королевств побережья Камеруна, а также многочисленных других культур и народностей Африки. Одним примером таковых является достоверная реконструкция нигерийского рынка. Достопримечательностями являются также изделия ручной работы из дерева и металла, которые уносят посетителя во времена королевств Африки. Мусульманский Восток. Этот раздел музея отличается уникальным собранием каллиграфии и керамики и фрагментами архитектуры наряду с типичными работами из металла, например, оружием и украшениями. В этом разделе имеется превосходное собрание по Средней Азии. Коллекция по сибирским народам тоже находится под руководством этого раздела. Восточная Азия. В собрание, освещающее культуры Китая и Японии, вошли экспонаты, затрагивающие тематику похоронных церемоний. Они демонстрируют фигуративную керамику и ритуальные предметы для погребений. Особое внимание вызывают лаковые изделия, прекрасные живописные и рукодельные работы. Соединяющим звеном от Восточной к Южной Азии является буддизм. Выставка Южной Азии знакомит с индийской культурой и религиями, такими как буддизм, индуизм, а также джайнизм. Здесь можно увидеть предметы религиозного культа Шри-Ланки, Непала, Тибета, Индонезии и Индии. Thank you.
Латинская и Северная Америка. Культурные, торговые и религиозные отношения можно проследить на примере народов амазонской низменности, побережья Перу и высокогорья Боливии. На этой выставке представлены разнообразные формы жизненного уклада древних народов. Эти разделы предлагают уникальную возможность познакомиться с историей и культурой индейцев и инуитов. Неповторимыми являются объекты индейских племен, которые попали в коллекцию в 19 веке. 6 представленных в музее коренных народов наглядно показывают разновидность культур североамериканских племен. Музей открыт для посещения каждый день, кроме понедельника. В пятницу и воскресенье он открыт для всех до 18:00, а в остальные дни до 17:00. Благодаря хорошо налаженной транспортной системе путешественникам не составит никакого труда быстро добраться из любой части города до музея имени Линдена. Неподалеку от музея расположена Дворцовая площадь Штутгарда, которая открывает вид и на другие не менее интересные достопримечательности города. И вообще Штутгарт является вполне себе туристическим городом. И свою экскурсию по этому месту можно смело начинать с музея имени Линдена.